mamalar, ahırın mamalar. Ага. Мы впервые здесь. Ага. Нам, пожалуйста, объясните это сооружение. Забойное, кажется, так? Ага, забойный комплекс. Насколько рассчитано, и механизация какая, и прочее. Ага. Сами насколько это оленей в этом году забили. Ну, все порядка, наверное, скажите. Да, в общем-то, я вот два раза в Норвегии был, и вот посмотрел, как в Таркене. Типа такого Норвегии, да, у них забойный есть, комплекс. Но у них шикарный, конечно. Но мы типа такого сделали, но своеобразно. И вот этот забойный пункт рассчитан на 300-400 голов. 300 или 400? 300-400 голов. Полумеханизированный. 20 человек работает всего со всеми кололщиками, загоняльщиками, там, которые на улице шкуру таскают, камусы. Вот. А раньше здесь работали по 30, по 40 человек. Это в ноябре, значит? Да? В конце ноября забой делан. У вас всего сколько линий в хозяйстве? То есть сейчас вот в итоге отелы мы сделали. Взрослое поголовье у нас 1442. Вот, 1342. И плюс еще телята родились у нас 861 голов. Это если на общее посмотрели, это много или мало, как думаете? В общем-то мы пай брали 1107 голов. Так. Вот, в 92-м году. И вот мы увеличили всего на 600 голов. А по сравнению с другими общинами, как у вас? Ну, в общем-то, нормально. Стадо увеличивается. Да. И вот занимаемся сельхозспособом, строительством сами. Вот в прошлом году 4 объекта построили. И вот забойный комплекс достроили. С 95-го года начали строить. Вот. Все. Своими родственниками. А зарплата, там расходы, прибыль, как это объяснить? В общем-то, сейчас оленеводы и чумработницы получают с государства. Вот, у них зарплата идет. Государство? Да, на бюджет их посадили. Так. Вот, и поэтому нам легче вот, чем-то другим заняться. Вот, например, стройкой заняться. В прошлом году мы 4 объекта построили. Вот, куру взяли,
Вот. В этом году еще коз хотим взять, потому что открывается кочевая школа у нас. А вот. Козы где будет? Коз вот здесь у нас есть. И зимой? Зимой есть, помещение есть у нас. Вот. А для чего это козы? Для детей, для молока. Для молока. А олени молока дают? В общем-то, олени у нас не, полудикие животные. В других улусах Южной Якутии у них одомашенные. У вас другое, а? У нас другая. Какой порода? Чукотская порода, харгинская. 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 Вот, такие дела. Ну, в общем-то, забойный пункт мы сделали так, чтобы как-то безотходную технологию вот, ввести. Вот. У нас как-то в этом прошлом ноябре месяце у нас получилось кое-какое, потому что вот маняло, кишки, все выбрасывали. Так. Вот. А сейчас мы его все собрали, вычистили и вот через соцзащиту продали пенсионерам, инвалидам. Берут? Да, брали. А вот. Шкуры сдаете? А шкуры некуда сдавать. Ой, вот, реализации нет. Пропадает. А отсюда до Якутска везти? Да, конечно, это большое дело. Это золотые шкуры будут. Сход вообще. Да. Золотое руно будет. Да. Поэтому мы сейчас их раздаем охотникам, рыбакам. Бесплатно. Бесплатно. Да, взяли шкуры. В общем, так осенняя канализация идет у нас отсюда километров 25. В другом месте, да, да? Стационарный деревянный кораль. Это осенью. А весной мы брезентовый кораль делаем. Чтобы, потому что эти матки-то беременные, поэтому чтобы их не повредить. А отёк в каком месте начинается обычно? У нас в этом году начался 5 апреля. И закончился 28-го. 26-го. Идет, да? 26-го. Сейчас мы уже итоги сделали. Уже итоги? Ага, итоги отёла. А похоже не убавит? Нет. Вот последние года у нас раньше отёл, потому что гон мы хорошо проводили. Вы сказали дизель. Дизель именно сам покажет. Я, например, не разбираюсь, где это, что это такое. Ну, что-то вот дизель. Новый дизель, 10 киловатт, мы его приобрели от военных. Вот. В общем-то, для забойного пункта она достаточно вот энергии. Это, вот сани. Это аэросани. Аэросани со Среднеколымского приобрели. Вот. В общем-то, она не для грузовых, просто прогулочная. Или же срочно отсюда ехать туда, в Черске, за 45 минут доезжает. С бензином ничего? Экономно, за счет скорости экономной. Это хорошее дело. Вот. А по горам это бесполезное дело. Идет? Да. Вот, в этом году мы достраиваем школу кочевую. Это будет у нас основная база. Вот. В нем будут учиться. В этом году мы достраиваем кочевую школу. Школа, это будет у нас основная база, а так по программе у нас обучение есть в стадах во время кочевки. Вот. Она рассчитана на 15 детей, чисто наших детей семейных и наших работников. Школа-сад называется. Садовский 7. Семеро детей и остальные первого, второго, третьего, четвертого, до четвертого класса обучаются. Вот. А преподаватели тоже наши родственники будут. Моя жена, вот, двоюродные сестры. Вот. И там возле школы еще должны в следующий год построить спортзал, детский спортзал. Вот. А вот два домика, видите, это дальний, это курятник. Вот. Мы по лизингу взяли вот 50 кур, вот. Яйца несут сейчас до сих пор. Ближе сюда баня, вот. Дальний склад и вот двухквартирный дом построили.
Левее это отец построил сам себе гараж, а вот еще левее первый домик, самый первый дом. Ну, мы с родителями думаем там музей сделать. Вот. А там дальше за ручьем гараж на три техники, на Урал, на трактор и на автомашину. Вот. В этом году его закончим. Ворота все поставим. Вот. А вот здесь чистая площадка. Вот. А здесь в летнее время ставится где-то 5-6 яранок в летнее время. У нас много семей, все семейные, вот, многодетные все. Поэтому здесь они ставят. И шьют своим мужьям, детям зимнюю одежду. И палатки шьют. Вот, подготовка к зиме, короче. Вячеслав Егорович, вы глава общины Нетендели. Пожалуйста, нам объясните, это что же слово, откуда произошло, и представьте всех своих, пожалуйста. Ну, община Нетендели, название произошло от фамилии нашего отца Нетендели. Вот я представляю, вот родители, вот мать Акулина Афанасьевна, отец Егор Андреевич, они являются нашими наставниками. Вот. В общем-то, они являются самыми главными в общине. Все хозяйство, все контролируют, да, наставления дают, все вот они. Вот, старший брат у нас, вот, Виктор, вот рядом сын сидит, вот, он является оленеводом и попутно занимается техникой, водит трактор, автомашину Урал, УАЗик, в общем, все техникой занимается. Вот рядом со мной братишка младший. Тоже оленевод, вот, самый молодой, в стаде работает, вот, самого образования общины. Вот, вот сидит рядом с Виктором дядя Бегунов Дмитрий Николаевич. В общем-то, он человек известный по республике, раньше был. Вот. Тоже в оленеводстве работал. Сейчас он председатель Ассоциации коренных народов Севера и председатель крестьянского хозяйства у себя. Занимается рыбалкой, охотой. Вот. В общем-то, вроде всех представил. Вот. Общины у нас количество 28 человек. Вот. В основном занимаемся мы оленеводством. И попутно занимаемся охотой и рыбалкой. И вот с 95 года мы занялись строительством. Почему мы занялись строительством? Потому что без базы община сложно будет. Поэтому мы решили на этом месте, в общем, хорошее место выбрали для строительства. Вот. Здесь у нас и оставляются зимние одежды, потом летние одежды. Вот, на литовку, когда откачиваем, зимние палатки здесь оставляются. В общем-то, пастбище по транспортному схеме очень удобное. Вот, зимой на буранах, а летом на лодках. Вот, в общем, доступно доехать до стада. В общем-то, так, коротко. Как героя почему не представляю? Сколько лет надо? Вот старшего брата сын, ему 5 лет. И вот мой сын тоже рядом сидит, тоже 5 лет.
Вот. Будущие оленеводы, надеемся. Вот. В этой школе будут учиться и вот самой младшей сестренки Дашенька тоже здесь будет учиться в кочевой школе. Вот. В общем-то, наше будущее. Стараемся, хотим, чтобы они знали свой родной язык, чукотский язык. Поэтому с 1 сентября у нас вот открывается кочевая школа. Вот. Преподаватели тоже наши будут, наши родственники, невестки. Вот. В общем-то так. Кто дома чай пьет? Дивы. Это или чинит Атена Рикко. Это историю. Как? Макаем Янур. Чучинит. Не. Все, да? Не упомин принят. Она тянет. Ко мне на тело тянет. Мендикен рок, винги, типа тамго, ака, ванга, не скучека, тапасту каток. Мендикен кон атинкен ги, таунет, тапасту каток, ну кота тунгунья, не макай гумни, демкен, кемкис, не макай, не макай, ай, мета, сатят, вашенат. Мендикен кон атинкен наги, кем тунгунья, кем вот, не мет, а мы тачуанго. А мы тачуанго, это калумыскакен бригада, первый десятый тау, нет, не слушай, мы тачуанго, мы пастукан, мы тяма бригадиру, мы итки. Нко, тенем не слушай, кувама, не слушай, кувама, нин калти, нин кай уретки, калумыска курят, я там ошла. Интернаток мы тысячи от сколок. Умпени не слушай вашего. Като интернат от вашин. Буду мин кайрин. Не-не-не. Инка мейня чат. Сатин куват. Анко юр. Мы не чат, мы со не слушаем кванянго, мы со кванянго, нканьот канапси, нам тен сокутет не юре мукку, нканата, чисто после кванема темпенина, кнутива, экесит ускенет кваморе, темпенина ценет квасморе, канвот мечем кванго мака. Юд аян дава кейт опесман ачвамак. Кан гуэт ненэнэт мэтэнбэт гаатынгонат манжан ранма сапкос гэпу. Ама директор мэтиун, директор ик эвурторган. Йоутын кан юност первый гэпа мэтам гомак ян датык сапкос гэпу. Анкатау не помеш, канут меченька мататва, аннен канут ремкан, чем гояка, нотка матлема, канут китек, масет опел. Ремкан чиниткин, кимитан эвишканен матнуркан, ама чиниткин текишкан эвишкан матнуркан. Савкоса вама амасо кура ретчо. Кура нине нуму. Чинит не нанванге уморе, чинит не кура нине нуму. Нканата гуум ти уркан юкат иосалты. Юкат иосалты нима саун нина демкан нене нат нуангеркнат. Тангам кауэта. Юне таске. Нема кастуго калте, ngаустуго калте, юканин. Натхуангор кинат кнут мури. Его намескура ратхуангт. Его намесау дигусау кудвэцгатак. Ненэнэта
Ну, в общем, Акулина Афанасьевна начала работать с 13 лет. Трудовую деятельность начала оленеводом, пастухом в Палачинской тундре. 19 лет вышла замуж за Егора Андреевича. И с тех пор у них образовалась семья, и начали рождаться дети. Дети в основном родились они все в тундре, в Палачинской тундре. И практически они все выросли в этой тундре. Жили, правда, в школьные периоды они жили в интернатах, учились, когда в интернате жили. А в период каникул они всегда приезжали и находились в оленеводческой бригаде, в стаде у себя, то есть дома в Яранге находились. Поэтому на сегодня вот они именно костяк всей этой общины, являются именно их дети, являются, с которыми держат в основном стадо оленей. Акулина Афанасьевна говорит, что ее предки кемлили, тоже были раньше богачами, содержали очень много оленей, содержали. И при переходе этого на общину, при дележе паев, это тоже учитывалось. Вот. И, конечно, период перестройки, то есть период начала перестройки, когда в 91-м году очень сложно было работать в совхозе. В те годы как раз мы практически говорили, что не получали заработной платы, не получали совхоза. И мы решили тогда создать свою кочевую родовую общину, которую называли Нутенли, называли. Вот. И вот, конечно, 91-й год был, конечно, этот период очень было сложно, становление общины. Но за короткий срок, вот за эти 10 лет, мы, конечно, вот община вроде становится на ноги, стала практически. И построили хорошую базу, построили и строим сейчас, значит, кочевую школу. Хочется, чтобы мои внуки, дети, они, чтобы освоили и владели своим родным чукотским языком. Вот. Именно вот для этого мы и создаем кочевую школу. Все здесь на участке. Конечно, еще в дальнейшем Кулина Афанасьевна говорит, что это очень сложная работа будет. И хотелось бы, чтобы мои именно племянники, племянницы, родственники, внуки, чтобы продолжили нашу вот это вот нами начатое дело. Вот. И чтобы вот эта именно община, она твердо и на ноги стала, чтобы знали, что это действительно вот эта вот община, вот эти олени, это ихние. Вот. И сегодня, говорит, мы практически в потребностях продукты питания никакой потребности нет. Наши дети и оленеводы сами бесплатно практически питаются, и мясом питаются, и продуктами. Тогда как период совхоза, мы все, практически наша зарплата вся уходила именно на продукты питания, чтобы, то есть, пропитаться. Вот. Ну вот так кратце у нее ее пожелания такие. Вот. Егор Андреевич, Игорь Амнемакай, Камгельтеси, Айми,
Тарутесен кимин криги гни майнга кин баур гни мас онка. Я чунченгиче. Кума алатесен ябтуан. Панена минка мисля, тем кинда уйтать, а панена краконина шумурим ванга его. Юра, амага, аннин ванга тяна араса ануинга, кататтауна ванга тяна ора пасктан, крам юна тву мутко крамат ванга. Мури, маткан ваарган матинтам ваан морганан, маракурга, Wan kat tahun apa meten main aku ana wang organ amat aras ana entian kita ketu ta entama gay macam ana sab kos gua makan sab kos isu gua kat tahun apa sab kos gua organ apa tang meten asmak entko Ankiya sapkos kokos nama chinit kenga sput at rem kena take ni kena atosa timing ni na chinit kenga menin min kemis luanga an kaman ni na Kerakatka wangi auto eor mereka auto ni semua sini kengah sul, sini te organan eor macam ni terkena sini tetap nana raka auto tua raka jikalau mereka macam Nenek temukan mulu bor, ayuh tata tahu itu mulu bor. Nama saya Atai kau, tuang ayuh teman nama saya orang itu niran dengan mata niran tisu siapa rasa ilmu sebagai warkan. Pat katanya asu kot ngau asu kot temengan kita asu rak bor. Rawang yang tinggi risiata, ingat tetap arah risiata rawang yang tak nama sahri kuasau ke kanori kanori mori, mori nak mesti ni kuasau nak cini kena tanya nak, macam suka tu nama kay suruk. Nama saya kita yang sekat, juga saya juga sekat kerana nama guru guru juga sekat kerana tanya orang orang juga sinit kena ke ngaji kita ke orang orang asli juga saya juga sekat kerana orang orang main dia tak cama evir utres men cama berakoh utres men los kata. Cuma kalau anak macam ke kimi tanya orang kimi tahu por atau kisahnya kan dek kuat ya nama tak orang agen. Karena tahu mah amjau tasnya tak amguangnya tak nama tak nuang tuangnya ak. Tatam tang kacau te wangnya macam orang ini asyik mah. Enkah mah, ibu kata mah, sini kini warung kau betokir, ibu rumah kita, masa awam tu mah kita kata,
Егор Андреевич сказал, что он родился тоже в этой хазарчинской тундре, не закончил ни одного класса, и он практически с малых лет, как только начал ходить за линями, и до этих дней практически вот он ходит и пасет и оленей. Конечно, период военное время очень запомнился для него, период войны, Великой Отечественной войны. Очень было голодно, трудно, тяжело было. Но люди наши, конечно, очень хорошо работали, старались работать. То есть старались практически выжить, чтобы именно выжить, поэтому и старались работать. Конечно, и в те годы как раз и сохранение оленей поголовья было лучше намного. И оленей было больше. Вот, и дисциплина, конечно, была лучше. Вот. Но сейчас период, уже когда колхоз, совхоз, при совхозе, колхозе как раз, конечно, мы, говорит, старались работать. Вот. И всегда, говорит, конечно, мы хорошо работали. Поэтому вот это наш труд именно довел вот до этих дней. И очень, когда начали создаваться общины, мы, говорит, первыми создали вот эту нашу кочевую родовую общину Нутенли. Нутенли фамилия, это его отца. Вот, его отца фамилия. И это Нутенли, его отец, тоже период до революции. Его отца родители имели очень большое тоже поголовье оленей своих. И также вот это тоже учитывалось, когда создавали пай, именно при создании общины, то это тоже учитывалось. Сейчас, конечно, намного, я очень, говорит, рад, что у нас община начала работать хорошо. Намного легче стало, потому что, во-первых, мы сейчас начали приучать своим внукам и детям приучать, что для нас олень – это все. Олень – это для нас жизнь. Не только на него смотреть, как мясо. Он для нас и одежда, и транспорт, и символ нашей тундры. Вот. И поэтому мы, говорит, хотим и стараемся, чтобы наши внуки, дети как-то любили оленя. Любили оленя. Они смотрели бы на него, как на мясо. Вот. И также, говорит, конечно, хотелось бы, чтобы именно вот эта община, именно то, что мы, говорит, создали, чтобы она также продолжалась. И чтобы наши внуки именно также, когда вырастут, помогали своим родителям, то есть нашим детям, и чтобы она вот так вот из поколения в поколение все это передавалось. Вот. Ну, практически все. Очень хорошо. Какой асам?
Раку этом. Каю, как ты тарки. Как у тарки. А мы нам девают то, и сан. И как каю, как она там пятьдесят. И вот там минка гореюки нет. Кабачко, росион кат. Вот как? Гайгы тотлинг. Гайгы тотлинг. Гайгы тотлинг. Энтхана. Умка тотлинг. Амир, месенькин корар кекен. Ван нинт каур кена. Кау месенькин. Тикау ном до кена. А то я сыр к этому мрорка. А то я сыр к этому мрорка. Чавокот не декан окинет. Беллаха яс. Ина моа кора арка к мгну на китара. Ха-та-та-та, ахавечка вонуси. Ха-та-та-та, ахавечка вонуси. А кавычка вон ухе кора тат-тат. Он в этом где ухен? А кора тит кавычка ухта. Та ты ухал хи-хи-хи, ка-ка-ка. Ян кавасар кисас ануин? Ян кавасар кисас анюкин уин? Амгу мам, ну это кисай гумна. Там говорит минкри покири. Меч. Меч. Почему ты корат? Почему ты корат? Конка. Конка. Ну да спеткнат. Тен вечкр. Тен кнат. Не кас минкри. Юрикай. Тесно же кнашкус апм памакам. Канатер, а коранг ничего. Нынгит это омат на асмак. Покрок минкет на ас. Игрит кого на асмак, ты плетку. Кау ты гыргол. Эй, оп ты гыргол. Ну, насыр на мат. Эй, им это на мат. Ну, там есть мечинг. Игорок. Ну, и мечинг. Мокр не рах. Да. Я ракача на чувака. Ну, ракот чувака. Алёша, куда идти? Пошли. Да ты куда грязный? Минда хуту херкан. Ты это вот. А? Минка. Бабушку-то как звать? Какой? Кулина Афанасьевна. Кулина Афанасьевна. По обычаю кормят духов. Ну и все это, землю и так далее. Стань! Станька!
Я говорю, ладно, отлюбят, правильно отнимают. Ага. Непонятно, что, зря сидеть там учиться. Они, пускай письмо напишут. А. Вот последнее. Высмут там, высмут. Ну-ка, Даша, не трогай снег. Хочу-ка. А думаю, сись, как называется. Уже требуется, Ольга, требуется. Давай, идите, мужики, обдирать, давай, быстро. Ну, женщинам надеются. Приехали. А где тогда? Ну-ка, Женя, иди сюда, иди, что делаем? Сейчас вот так обрежем. Ага. Ну что, перевернем? Угу. Сюда подвинем, да? Туда утащи. Наверх. Это брусок. А вот я могу выкатить. Да. Вон, обрежем. Это не обрезанный. Ну прямо достал.
Нож нужен. Мира! О, блядь! Вся надулась. Thank you.
Кишки, поделим деньги. Большую кишку, да? Мою поняла, я говорю, мою. Кишки. Большую кишку, да? Киславкин ножик совсем тупой. Или режет. А где это? Тут этот был. Брусок, а он у меня брусок. Что? Вон брусок. Где я кишки делать? Кишки, кишки. Это Ванька куда дел ножик? Ножик куда дел? Ему? Ваня! А где ножик? Ножик, ножик где? Где? А? Да, да. Сопротивляется, его хотите взять поблизи. Вася!
Эту говорят, и эту. А, конечно, и эту. Ну, я не могу и эту. То охота, что не могут. То охота, еще хуже. Чем думать надо? Так, ломать будет. Да, мечи. Нам ведь не надо, что нам кофе сделать. Белки, тема, тут тема мрамот. Мрамот, хоть оба. Даша, уйди! Отойди! Даша, иди сюда. А где твоя шапка? Потом будем кушать. Они готовы там, ты там не мешайся. Thank you.
Не знаю, на 15-го учат, просили бы вечерин, как будто в 6-7 учат. Экзамен не сдают. Раньше надо. Валентинки на эти. Когда ехать, все, причина находится. Болят сердечки вот. Но у всех кушают, и лошадиные, и коровы, все кушают. Олень чистый. Олень чистый. Чисто плод, самый чистый жирный. Все погоны кушают. Тонкая кишка. А что он такой не светлый? Пташка все равно. Ай, короче. Поздравляем с 1 мая. Все готовы? Да. Вокруг дерева. Вот призы. Кто первый прибежал, тот выбирает сам по себе. Побежали! Ha ha ha!
ноги возьми. Слава вам. Иди сюда. Молодцы, молодцы. Я думал, вы забыли. А что, вы сейчас не делаете? А, ну ладно, ты вот отдай, а не мне вот. Ну, оленевода, ваша стадия, запомните. Люха, чулченица. Чулченица, клыша. Истина, мои гусетки, чулчен, вы целый такой. Не надо. Вот. 30. Вот. Ну, таскать. Просто один. Один просто. Чулченица. Эй, они. Вот и нет, а мы. Вот так. Туда. Уйдите. Куда брось? Света, Алена. Алена, дай. Ваня, Ваня. Слава! 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 Иди сюда. Нанки не кусаться, не река нато. На канмарк нато. Тенет не кусаться. А мы то, реки нан, а нанда. Отсюда. Эхек, хорошо, что лето хорошо. Правой рукой. Петя! А. Все, ненка тетя, ама. Ама, внуки, минтри, чем что? Миша, иди оттуда, Миша, уйдите оттуда. Уйди, горячо. А там нет, не будет, а там как пандун. Мама, не мешай, а какие не цвета. Вот он уйдет, канка на масло, чем не. Гена, иди сюда. Хорошо, хорошо. Иди, мама. Менин, пытаткуся нотка ненди. Отойди. Мы что, много не выливать. По краю. Бутылка откройте. Бутылка откройте, конечно. Не, вот. Куда?
Поняли, уйди. Иди, дай говорю. Да, надо вам кормить костер. У вас тоже, наверное, костер кормят. Кормят, да. Ага. Это кровь. Вот с этой стороны подходите. Андрей, ты делал? Андрей. Правой рукой. Венера, вот сюда. Андрей, уйди. Давай.
Трат кунгаркан котлосен, котлокоргак кургат, ремкатаннам какин, роскатаннам какин, юкатангам кан ачо, амканан ньот, ремкан мансуускаркан, тангам намесау, герка, диалнаука, манкача араркан. Вот кана, нечкус асат мургината, тангам кантал, такауэтана сейгурканата, айнянгамаса, Асетса нэвитарка нэмэг, амасо нэвитарка нэмэг. Иука куна от ампраздника, иука ремка нэт от никутирка. Косо нюм татаронгаркан, гэцгэцэх кэпэцэ арэрка нэтэг. Вотэн праздник тау нэп, амкан праздника кэт от иука маникутирка. Это ачым нэ. Эхэ! Праздник Рыгина, вот куда ты кулан, мутинну так. Амкнача Рыгина, амтан это, они на... Амата Натваркина, намата Амата Энангироса Аукукута, намата Энангироса Аквата Махаранда, так амсатан это, намата Аунаундикан. Кота Майюра, это ката маса, а Марикуня, Кускайо, ката маса, кота Накет, Кукинат, Накоркинат, ката Майюра, это Кюра, а Намаса, это Кайо, Канерм, а Натхуана, Инкама, Яурен Таунет, Асат Таунет, а Наросхукан, Икинат, Амсатанет, Нунькан, Натхуанат. Нуэн намэс ау гэндэд чо хоранган яб мэргэрэг яб эсэг яб августаг нуэн кау гэнад гэндэд чо тэгаад. Намэс ау нэтаннан гэнад инкама мсаасангад банэн анинэр гэнгэн гэр гэн инкама ама хоранган ванаан мингэри нэрэггэн ян ванаан нэрэсгүнтэн яргэн хоранган Анкава это вак, нюнкава, эор гитаток, эор дютаток, катаком, эор кен, эор минкри леккот, аминнан коран, ама камка, каматат, кен, леккот, ани минкри, манген катваркен, эргин дошк. Инканата, канут менена, кайгиндат, чоскат коран, Кота чуен гвеймен очень чос там кна чаравен гудрават чос кте инка мама китчино хагон корр ано дом дом мудеринга ама татрер иса ар чакает ни ва нун дит хоранг карамен ду тау вот кт хоранг гнден ма ната та Энди татау карантин нама маган качаут кит кита рупан атинин яасай пэ ренавэ аньян
Никама. А мама инкеля храм на чингу, а нама тамнананде арау таке япакутит атка храм на кот. Йор наган хачатрек кот акоранген киткин окаян хорам да кутит ангане оре пескан тат аннине вэччата рэйтеркен наган хачатрек коранге кот. Я кутит ангане оре песка. Йор ама Юткинаварын кэ амата нэлкутаткута аттата аяматтакаануу таркна нэлку. Инкам араатан кути кут каатайгутак. Аннинар атакон пакаранан гиндэччолката мури ама аттака гатква море тагам чине тикката аттата нилон димур кора. Юткин кана Атко марам кылхан гота ген жан гота наны гота онната тенам аттанхай гота чинитэ ченет какари кутау кокора маган качо теп кочи корангана намас огын ди текен гита атау кар теке ора сам акути ак атта эти пайга ти пайга а ти пайга э хаю Каюка. Каюрама. Каюка. А. Каюка. Э. Каюрама гробчит как аннина Коранда реккут кайте оранита атау карата кама. Инкама каюмо кайте кото нарой онит квакана тама. Кото нукор онит квакана тар итам дисат кана тасакрос грос. Инкана инкам грэпа трая. Слышит вначале символ зимы это волк кричит, потом постепенно начинается весна, крики птиц, зверей и так далее. Thank you.
Кенгуру, кенгуру-то мы не видели, не знакомы. Подыгать надо, что ли? Приманник, манник, будь я куда пойдет. Валентин Терешковой. Пою Кагирский. Пою Кагирский пою. Я училась в Якутске, и тогда я пела по телевидению, по радио выступала. Семен Курилов тогда был живой, он мне... Его песня, короче, в общем, это Валентин Терешковой. Я первая исполнительница была этой песни. Терешков. Зоя Николаевна. Зоя Николаевна. Ракета чынды елги калымағын мұртелен, космос тіннің пайпыр ұлги алла зеған ұтелен. Кыгы-джыгы кынгы-джей, кыгы-джыгы кынгы-джей, кыгы-джыгы кынгы-джей, кыгы-джыгы кынгы-джей. Тат митмантейлі қаллар қалық Валентиналық нетей, Ваймантейлі қаллар қалық Терешковалық нетей.
Кэгэ-дэ-дэ-кэгэ-дэй. Вот сейчас мы помимо, вы показывали. Это память уже. Ух ты, спасибо. Самые нужные, да? Нет, это не пухи. Нет, ей сейчас еще рано. Но она уже красит. Нет, ну что ей красится, она молодая совсем. Смотри, да.
Никто не болеет. Женька, 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 на колени, на колени, на колени, урони. На коленки. Грёк, давай. Игорёк! Женя! Женя, подожди! Женя. Подожди, кто стукнул первый? Смотри, он не Оптим, Игорёк, наверное, Оптим. Она бы накатилась! Игорёк! Держись! Держись! Женя, держись! На пьедестал! Понятно. Пассив! Красный пассив! Федоров! Мирка! Мирка! Парни! Слава! 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 Твоя рука вперед! Андрей, не записал! Ты за что не записал, Андрей? Мирка, давай! Попадай! Слава! Не сказал. Папа, чуть-чуть ты проиграл. Говори. Мирка, давай. Молодец. Я рада. Убрай в убытки. Ледниковый человек. Ваня, 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 Ваня. Ванька, давай, давай, Ваня, 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 давай, Ваня, 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 давай, 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 Ваня, 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 рыбаком дави! Рыбаком, рыбаком! Где они видят? А вы видели? Оля! Ванька, давай его! Давай, давай! Оля, 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 давай! Ванька, давай! Оля, 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 Оля! Оля! Видать, легкий давай, 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 давай! Оля! Оля! Молодец! Я позову! Никогда их прыгнул. Лёха скользнётся, упадёт. Здорово. Я пожалею, да? Алёша, смотри. Алёша, один раз проиграй ему. Не, нога болит. Не буду болеть. Эй, что такое? Несерьёзно, Оля. Давайте не улыбай. Я тоже хочу поотпирать. Давай, Даля! Опа. Уже Даля. Даля. На какой этаж кидаем? Даля. Даля, ты позор нас. Даля. 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 Вася, как курицу бросил! Как ты курицу топчешь? Остался на сутки еще один. Эти сапоги у него. Надежда, не цепляться.
Андрей, давай! Птенцов мира! Женя! 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 Женя, представь себе, это мука! 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 Что мука? Так, Ефремов, Антипин! Алёша! 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 Давай, давай, Алёша! 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 Антипин! Ну а что? Вы же мясо кладете, печеньки. Вот они, на этом и делали. Здорово. Васька, смотри, проиграешь, курами будешь заниматься. Есть возможность заниматься. Василий! Женя, мука, мука! Василий! Женя! Яйца, яйца! Нормально было! Слушай, они специально делают! Форды! Один судья! Василий! Женька! 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 Женька, представь, что ты со мной борешься. Сидись! Я тебя душу. Вот я встаю. Все. Женя! Давай, давай! Вася победил! Вася победил! Нет, Васька первый. Вася победил! Женя! Вася победил! Молодец! Василий! Ну, третье место Женя взял. Это Вася. Бегай вокруг него. Призеры сюда! Я вон тесто так схватился и его за грудь. За мышцы. Кубами что-то. Призеры выдает. Бегунов. Дмитрий Николаевич. Так, первый. Первый посередке становись. Ну или так. Второе. Второе. Ну давай. Третье. Чего никто не хлопает? Oh, no, no, no.
Ну кто говорит? Не торопись. Сама, три. До третьего долетела. Оль, Наташа, ты же. Это Валерий? Давай. Старайся, Валерий. Давай, Валерий. Давай, давай, давай. Слушай, Серёга, я слушаю. Выше стало. Раз, два, три. Вы сама считаете. Прыгай. Надо же, а? Это кто? Шапка подлетела и обратно села. Перегнали. Ну? Руки вверх сразу. Свое место. Второе место. Оля, тебя перегнали. Да? Еще, еще выше. Оля. Шапку сними. Куртку сними. Нет, нет, нет. Там нету. Танцуй. Не смогла. Марго, хватит, наверное, я-то у меня. Давай, давай, давай. Докажи. Покажи. Я один раз только могу прыгнуть. Ну, давай, давай, давай. А выше, может, последнее место займешь? Там еще ближе. Да, все. Но все равно Марго. Так кто там первый, кто? Марго? Второй. Наташа и третий. Оля. Надя. Надя. Ну. Почему Оля? Валерий. Валерий, это здесь прыгнула. Валерий вообще не помнит вообще. Я. О, Аня встает. Спасибо. Оля, ты же победила. Почему не она, ты победила? Нет. Эй, почему не она? Второе место. Второе место. Спасибо. Ага, почему ты победила? Я ее дальше. Спасибо. Все, пойдем. Чай пить, да? А старухам говорят, что что? Пока. Видите, мне цепи возьмут. А? Цепи мне возьмут. Да. Снимай, кажется, что ли, кнопку. Миша. Чего? Стол. Где же это? Если туда не поедем, Опять вдруг растает, и это мучение есть. Костер-то не горит? Ну не сюда смотрит, а как будто сами сидите.
Вот, Даша, видите, идет. Еще четверо. А, последний круг. Дедушка! Хватит меня. Я запускаю им, я отказываюсь. Ура! Дедушка! Первое место бабушка, второе дедушки, третье место тетя Зоя. Да. Правильно, правильно. Третье, второе место, дедушка. Призы вручает дедушке. Чисти зубы. Лучше танцует чукотский танец. Марго! Thank you.
да? Можно, да? Дядя, здравствуй. Я тебе не писала сколько-то лет, 2 года. Пожалуйста, извини меня, не могла. Я в тундре нахожусь, вот снимаюсь с оленями, вот мой муж, познакомься. Пожалуйста, извини меня. И посмотри на меня, короче. Дядя Паша, я тебя люблю. Вот рядом со мной стоит бригадир, братишка Кемель Виталий Егорович. Вот он нынче вот, на осеннем корале заступил на работу. То есть избрали его бригадиром. Он стал первым бригадиром, устроив Петр Иванович. 10 лет проработал. Вот, и вот за 10 лет, если посмотреть по показателям, вот, в общем-то, мы на республиканском уровне стоим, вот, по всем показателям. Вот, деловой выход у нас выходило 76-78% на 1 января, вот, сохранение. Вот, а сохранение взрослого поголовья выходило 96-98%. Вот, в общем-то, показатели хорошие. И вот в этом году... Чем в прошлом году показатели по деловому выходу у нас бланка выше стала. В прошлом году было 78%, а в этом году стало 81,2%. Вот. Вот, из 1000 голов важенок родились 861 голов. Вот. Ну, с небольшими у нас... с небольшим запасом идет еще. Вот. В общем-то, я думаю, показатель нормальный. Ну вот проблема одна только в пастбищах. У нас пастбище очень маленькое. 280 тысяч гектар. Это цифра, конечно, на первый взгляд слышится большая, но на самом деле это маленькая. Вот. Пастбище разделяется на весенний, осенний, поздневесенний, зимний, поздневесенний. Поэтому вот 2 года подряд было обледенение пастбища. Поэтому мы вынуждены были пасти оленей на осенних пастбищах и на весенних пастбищах. Вот. Износ пастбища идет. Мы просили администрацию нашего ВУДУСа, чтобы выделить дополнительные пастбища. Но они вопрос не могут решить, и на республиканском уровне не могут решить. Поэтому мы думаем как-то обследовать маршрут другие, которые не используются. Поэтому у нас в плане вот уже стал вопрос о разделении на 2 части бригады, потому что у нас оленепоголовье увеличилось. Это пастбище по сегодняшнему здесь должно пастись 1500 голов, а на сегодня у нас общее вместе с взрослыми и с телятами 2300 голов. Это очень нагрузка большая идет. В общем-то, в этом году телята родились очень большие. Мы являемся племенным хозяйством, в республике единственное хозяйство, племенным хозяйством по разведению чукотской породы харгин. Занимаемся продажей живых оленей, племенных оленей. Вот. Продали в Среднеколымск. Вот. И здесь другим нашим общинам продавали. А в этом году у нас планируется продажа чукотах. В общем-то, племпродажа заниматься нам, для нас это выгодно, чем забивать. Цены, закупочные цены на мясо очень низкие, очень маленькие. Поэтому мы
будем стараться заниматься племпродажей. Вот, что еще сказать. В общем-то, сейчас подготовка идет. То есть мы уже прикочевали на раннее весеннее пастбище. Тем хорошо, что в этом году снега мало, поэтому корма для стада достаточное количество. Но вот еще у нас недостаточное пастбище, летние пастбища очень маленькие. Вы здесь видите вокруг горы. Вот, какую-то часть берет каменистые места, где нет пастбища. Вот, и здесь нет, как в тундре, воды, здесь только горные речки, поэтому в летнее время очень сложно пасти. Вот. В летнее время доходит до побережья моря. Доходит. Вот. Так, что еще рассказать? Рыбалка. Рыбалка. В общем-то, рыбалка здесь. Мы планы поставили на 10 тонн. Это для нас достаточно, потому что у нас здесь не озер таких, мы только рыбачим на Колыме. Вот. У нас охотугодие тоже есть, очень хорошее охотугодие. Вот. Поэтому в этом году я хочу взять кредит для того, чтобы приобрести для охотников и рыболовов спецснаряжение, снасти, капканы и так далее, чтобы осенью начать уже работу. Сейчас вот на участке скалистом люди работают, разбирают стройматериал, вот, и строят маленькие балки, чтобы разбрасывать по всем участкам. Вот. В общем-то, в общем сказать, оленстадо нашей общины по нагрузке у нас людей не хватает. В общем-то, горные районы, вот наш маршрут, не очень-то хотят ехать работать. В общем, мы хотим еще 3-4 человека нанять, вот, чтобы бригада была укомплектована. Причем работниками у нас все, то есть хватает у нас. Вот, сейчас летнее время очень трудно будет. Поэтому сейчас у меня первая задача найти этих людей, вот, до жары. Вот. Вот, в общем-то, вроде бы все. Позади зима, сейчас весна. Вот, поэтому зиму мы пережили хорошо. Природа нам помогла. Сейчас литовка впереди. Поэтому, говорят, лето очень жаркое. Вот. Ну, ребята, думаю, постараются поработать. Приезжают. В общем-то, заявок очень много. Сейчас на сегодняшний день. Потому что плем мы продаем, а племобедение оплачивает 50%. Вот. Это выгодно, конечно. И, в общем-то, вот эти два года кризис по оленеводству упал. Сейчас по всем хозяйствам, не только нашего музыка, но и республики, планка начала подниматься. Приостановилось сокращение головы. В нашем курсе четко видно. Чайла и Турвал, вот, у них приостановилось. Вот. А у нас вот в течение 10 лет было увеличение. Вот. Не считая вот этого приплода, на 600 голов увеличили.
благодаря нашим оленеводам, вот, за их труд позволило